Человек слова, дело и чести, говорят о Ростиславе Хугаеве его родные, друзья и коллеги. Не боится начинать с нуля большие дела. Так из кооператива появилась целая группа строительных компаний. Именно под руководством Ростислава Хугаева в Самаре построили сотни тысяч квадратных метров жилья. Дома для детей-сирот и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Я как брат просто горжусь, что есть у меня такой брат. Но он то, что заслуживает, это однозначно. Тут вопросов никаких не могут быть. Если не он, кто другой? Реально. Потому что очень много сделано. Очень много занимаемся и занимался благотворительностью. Притом это не просто меценатство, да? Это вот осознанная потребность души у Хугаева вкладывать деньги, которые у него есть, которые он заработал сам, и в культуру, и в поддержку культурных направлений различных и так далее. Его отличает честность, принципиальность, любовь к людям, любовь к друзьям. Он всеобъемлюще, вот с душой, с открытой, относится к друзьям. Он готов всегда прийти на помощь. Человек с государственным подходом Ростислав Хугаев строит для жизни и для людей. В Самаре с его легкой руки появился целый микрорайон. Волгарь как небольшой город с хорошей инфраструктурой, с дорогами, школой, детскими садами и спортивными комплексами. И жемчужина этого места – строящийся парк Дружбы народов, целый этнографический комплекс. Его уже признали лучшим во всей стране. Настоящий музей под открытым небом. Десятки домов с историей всех 157 национальностей Самарского региона. Национальный вопрос для Ростислава Хугаева едва ли не самый важный. Он сам родом с Кавказа, учился в Куйбышеве. Уже будучи гражданином России, работал премьер-министром Южной Осетии. В Самаре объединил осетин в общественную организацию, а затем возглавил Союз народов Самарской области. Вот с ее приходом это вдохновление какое-то в межнациональных отношениях. Во-первых, образовались соответствующие национально-культурные центры. Началась сплоченность и вот патриотическое интернациональное воспитание и сближение и народов, и культур стало особенно вот в этот период заметно. Именно с приходом Ростислава Хугаева национальные праздники стали межнациональными. На них нет деления на своих и чужих. Словно отец большой семьи, Ростислав Хугаев любит каждый народ. Согласие между ними – в этом сила всей России, уверен он. И ему верят. Сразу, что выделяет Ростислав Ярастович, это самая настоящая любовь к России, любовь к своему городу, и отсюда его позиция. Нужно ценить тот мир, тот город, нашу страну, вот, в которой мы живем сейчас. Потому что условия, которые нам созданы, на самом деле, они просто безграничны. Человек с тихим голосом, он немногословен, но за него говорят дела и поступки. Требовательный и обязательный, всегда готовый прийти на помощь и не просит ничего взамен. Он всегда как будто немного в тени, не старается делать что-то на показ. Почетный гражданин города Ростислав Хугаев. Он живет в Самаре и живет для Самары. Работает для нее и для людей. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.